Ирина Юрьевна Коврова-Кулешова всегда достает этот альбом, когда речь заходит о спорте. Здесь собраны многочисленные газетные вырезки, рассказывающие о ее победах и достижениях. Спортивная карьера Ирины Юрьевны началась в 11 лет. В 14 она выполнила норматив мастера спорта и попала в основной состав сборной страны. Потом была Олимпиада в Лейк-Плейсиде, рождение сына, возвращение в спорт и обидное четвертое место на Олимпийских играх в Сараево в 1984 году. Тогда 0,03 секунды отделили ее от бронзы. А в 1988 году по не совсем понятным причинам на Олимпиаду Коврову-Кулешову не взяли. И она навсегда ушла из спорта. Только вот установленный ею рекорд страны на 500-ке не был побит еще долгие 10 лет. В 1989 году Ирина Юрьевна родила дочку Кристину. Когда родилась в 89 году Кристина, я тут же решила родить, я себе сказала, что никогда в жизни она не встанет на коньки. И никогда в жизни она не испытает того, что испытала в жизни я. И все-таки мы одели эти коньки ей. Там на 5 размеров больше, может быть, они были, эти коньки. Она встала, и не то что по снегу, она выбежала на центр круга и побежала. И поэтому я для себя решила... Как будто бы она мое второе я, и она родилась именно для того, чтобы бегать. Волей судьбы Кристина пошла по стопам мамы. Дочь рекордсменки страны занимается коньками уже много лет, бегает спринт. За это время она стала мастером спорта. Неоднократно побеждала на первенствах страны, становилась бронзовым призером Европейских игр молодежи. Конечно, всегда и везде примером для Кристины остается ее мама. С мамой после каждой тренировки, когда я прихожу, она у меня спрашивает, какую работу я провела. И говорит, правильно, неправильно, и как лучше мне сделать по своим уже ощущениям. Часто ее прошу, чтобы пришла на тренировку, не так, ну, на соревнования. Соревнования, само собой, настрой у меня очень хороший. Прокручиваю действительно в голове ее разговор, ее совет. Она у меня очень хороший психолог. Они вместе хлопочут по хозяйству, обсуждают победы и поражения. Они не просто мама и дочь, они близкие подруги. И когда выдается свободное время, стараются проводить его вместе. Мы с мамой очень близкие подруги. Это самый близкий мой человек, от которого я никогда ничего не скрываю. Вплоть до личных моих каких-то отношений, до моей душевной боли, знает она все. Словом, мама для Кристины и самый ярый болельщик, и самый строгий критик. Она всегда приходит на соревнования, поддерживает, дает советы, настраивает на хороший забег. Мне достаточно одного взгляда, когда она переступает порог. С тренировки или с дискотеки. Я, видя ее глаза, я уже вижу, что что-то не так. Ну разве не так? Кристине Кулешовой всего 22 года, и ее мама, легендарная коломенская конькобежка, надеется, что впереди у ее дочери большое спортивное будущее. И, безусловно, когда-то и она тоже станет мамой и испытает радость материнства.